Всем доброе утречко. У меня здесь уже мой завтрак готов. Ну, в смысле, я его себе приготовила уже, да? У меня здесь одно авокадо, половина с хлебом и половина так порезала. И с приправой, которая специальная, да, для авокадо. Классная штука, если что. Вот у меня тоже девочки спрашивали. Я покупала именно эту в Lidl. Она такая зеленая баночка. Я ее, к сожалению, уже выкинула. Ну и здесь у меня йогурт Activia, 4 помидорки маленькие, так как я пересыпала вот в такую вот, да, поэтому не могу теперь показать упаковочку. Ну, в Lidl, если кто будет закупаться, увидите, там, где все приправы. Ну и кофеек, конечно же, так что всем, кто сейчас завтракает, желаю вам приятного аппетита и хорошего вам дня. Я буду тоже завтракать, и мне приятного аппетита. Любитель с крана воду попить. Ну, свежачок. Он всегда встанет и выбирает, или ему с ванной попить, или с раковины. А кто это меня тут встречает? Привет! Вот иногда встречает, иногда нет. Но в основном всегда. Сонный такой выскочил. Ну что, выспался? И пошел сразу лег. Босик, ты устал, что ли? Вроде бы спал. Бедный. Еле переваливается, ходит. Ну то, что жарко, да? Ну так, не прям так жарко, но душновато, конечно. Бедный мой ребенок, устал опять. Проверка. Контроль, да? Ну и всем привет, конечно же. Я сейчас пришла и у соседей забрала посылку. Вот, сейчас будем, кстати, смотреть. Это ваза пришла, потому что стоит что? Ну, стекло, да? Осторожно, стекло. Круглую я выписывала вазу, я вам говорила, это с Амазон, да? Так что будем сейчас смотреть. Главное, чтобы она была целая. Ну, теперь будем открывать. Главное, чтобы она целая была. Вот это вот самое главное. И размер подошел мне. Вообще размер я знаю, где-то, по-моему, в пределах диаметр 21 сантиметр. Где-то так. Не помню точно, если что, напишу. Аккуратно надо открыть, а то вдруг, если что-то, да, то назад отослать. С этим-то проблем нет с Амазон. Они сразу деньги возвращают и все. Уже сколько раз такое было, если вдруг что-то, да. Но все равно вот так вот выписывать это проще, чем ездить, искать, да. Вот мне тоже девочки, я уже говорила, писали, да, что есть том магазин, это искать, ездить, бензин тратить, зачем, когда можно выписать. Вот если там находишься где-то, то можно заехать. Вся информация, если вдруг назад. Короче, стоила она 10,90. Диаметр, высота 16 сантиметров, а так, ширина как 20 сантиметров. Я так приблизительно так представила, я хотела именно такую вазу, которая у меня была, да, примерно такая же, ни больше, ни меньше, вот примерно такого же размера. И, конечно, море всяких там, да, есть. Но она не такая уж и большая, вот еще внутри коробочка. Бось, иди, тебе коробка. Домик тебе новый. Тут хорошо на его, на этой, как титочке, да, кратбаум. Всегда все ставлю, удобно, камера здесь стоит. Я так посмотрела вон по той, которая ваза, что примерно она такая же. Теперь надо с цветами ехать. Я вчера выкинула пару, ну уже все, надо все выкинуть, эти розочки. Ну тоже долго постояли. Вроде целая. Да, такая же, вот точно такого же размера. Прелесть за 10 евро. Я не помню, сколько, за сколько я покупала в депо тогда ее. Не помню. Но правда, пересылка тут еще, по-моему, 5 или сколько-то евро. Но ничего страшного. Все равно дешевле, чем ездить, да, по магазинам искать. Так что, девочки, если вдруг кому-то нужна такая ваза, заходите в мой Amazon Shop, да, под видео в описании. И там вот есть. Заходите. По-моему, уют или как у меня там такой раздел, да, у меня там под, ну, как бы это... разделяется там уют в доме, да, там уход и красота, вот такое все, заходите, короче, и смотрите. Классная вазочка, теперь надо ехать за цветами. Класс.
А у нас погода, знаете, вчера такой дождь ливанул вечером уже, потом, ну и сегодня тоже у нас так немножко было и будет. Ну, все равно тепло, вот считай, в футболке спокойно можно ходить. Буду сейчас переодеваться, я такие надеваю, тоже в этом году уже, ну, наверное, может, второй раз надела их. Широкие такие у меня есть черные штаны, у меня, ну, брюки, да, у меня есть такие льняные широкие, они тут с разрезами, не, вот тут внутри сбоку. А это такой, я даже не знаю, что это за материал. Он такой скользкий тоже, немнущийся, класс. Но вот жалко, что без карманов. У меня есть, может быть, кто помнит, такие черные в горошек белые, они вот здесь с карманами. Я люблю, когда с карманами как-то. Ну, это тоже хорошо так свободно. Так что, ладно. Чё, босик? Сейчас я поверну. Всё, коробочку увидел. Коробочку. Вот. Залази в домик, давай. Твой новый домик. Смотри, сколько тут бумажек. Уже он не очень так коробком. Раньше вообще был коробочник. Ну иди, на, Босик, кух. Смотри, домик тебе новый. Вообще иногда, если тут оставишь коробку, он в нее запрыгивает. Иди, на, пошли. Потом все равно запрыгнет. Ладно, буду убирать мусор. Короче, я довольна. Раз, выписала и все. Вообще еще, знаете, такие красивые вазы есть. Сейчас. Теперь опять поверну. Пузырчатые такие. Я как-то показывала, когда я была в Юск, такие розовые были, знаете, как будто пузыри такие. Есть белые такие тоже побольше. Ну, в смысле, с прозрачного, да, стекла. Но они такие повыше. Вот если бы они были кругленькие, я бы с удовольствием взяла такие, знаете. Вот это вот все равно вот как бы мутноватое такое стекло. Ну, в принципе, нормально. Ну вот, видите, не прошло и минутки. Оп, все, выпрыгнул. Ну, и вот так поближе покажу, потому что, может быть, не так хорошо было видно. Обычная стеклянная круглая ваза. Так что, если кому нужно, заходите под видео. Там в описании есть Amazon Shop. Там вы ее найдете. Гляньте, как он улегся, лежит и ждет, когда же ему положат. Босик, жарко же, а тебе все кушать надо. Валяется сейчас, вот где не идешь, везде валяется. То под диваном там, то перед балконом, дверью, везде валяется. Но ему жарко, он ищет такое место, где, чтобы не на паласе где-то, да, не на ковре, не на диване, нигде. Вот именно, чтобы на полу ему надо полежать. Вот видите, как он так удобненько улегся. А у меня здесь стоит бутылка, я специально поставила на видное место, но сейчас поставлю в прихожку. Это которое средство жидкое добавлять в воду, когда поливаешь цветы. Ну, удобрение, да, такое. Покупала, не вспомню, или в Lidl, или в Aldi, но они, в принципе, есть и в этом Баухаусе, и в Оби. Надо будет съесть обязательно купить, потому что я добавляю. Когда особенно посадила только герани вот на балконе, прям хорошо так пошло это. Но сейчас они уже, не знаю, что-то не очень мне так нравится, потом покажу. Ну, я их, в принципе, уже показывала, да. То прям так все красное было. Ну, конечно, не может же быть все вечно, да, цветущим. Надо паузу какую-то сделать. А я здесь решила сделать эти круассаны. У меня есть две пачки слоеного теста. Сделаю одну пачку с нутеллой и одну пачку слоеного теста сделаю вот с колбасой и сыром. Я уже так делала, если вдруг кто-то помнит, да? Но если вдруг кто-то не делал, можете сделать. Классная штука вот так вот, знаете, на быструю руку свежие какие-то булочки сделать. Поставила специально все заранее кунжут. У меня здесь черный и белый. Кстати, вот это вот, который мы когда были в России, заезжали в казахстанский магазин. Вот видите, сделано в Казахстане. Еще осталось вот немножко. А этот, по-моему, Колина мама покупала в магазине Виктория или где, даже не знаю. Тоже вот еще есть. Ну, еще, по-моему, одна пачка у меня такая есть черного. А кунжут вот это вот светлое, это уже последнее. И приготовила специальное яйцо сверху, чтобы смазывать. Потому что, как обычно, ну, не обычно, но бывает такое, знаете, в духовку засунешь, потом думаешь, ё-моё, я забыла желтком намазать, поэтому специально заранее приготовила. Ну и сварила я на ужин спагетти, хотел сказать спагетти болонезе, спагетти по-флотски, не макароны по-флотски, а спагетти.
Ну, фарш здесь свиноговяжий. У меня три такие маленькие луковицы были и одну большую паприку. Ну, всякие приправы добавила. Хоть на улице, да, и, ну, вроде как душно, думаешь, ну, мы, женщины, да, можем что-то там такое перекусить, нам как-то это, не знаю. Мне вообще проще простого взять что-нибудь с холодильника. Ну, в том смысле, да, что-нибудь салатик сделал, такое что-то легкое. Но мужчины-то не наедятся, поэтому им нужно готовить. Так, ну, я сейчас буду приступать. У меня тут сыра, не знаю, по-моему, 3 шайбы осталось. Ну, хватит. Я не помню, сколько получается из одной пачки. У меня 8 или нет, как-то делала. Круассанчиков, ну, такие маленькие. С нутеллой тоже, если что, если кто не делал, делайте, очень вкусно. Она не вытекает. Я уже пробовала. Некоторые девочки тоже пробовали. Так что... можно делать. Вот и именно вкусно. Даже продаются такие круассаны именно вот с, ну, с каким-нибудь мясом, да, шинкин или там с чем-нибудь. И с сыром тоже вкусно. Так. 4 части поделю, наверное. И теперь наискосок. Ну, как круассаны, да? Вот, полосочки у меня тут маленькие получились. Да, тут 3 шайбы всего, так что ну ладно. Разрежу сейчас. Здесь получится 8 круассанов, да? 4, 4, да, 8. Здесь у нас сколько шайбов получается? 5. Ну, в какую-то будет 2, ничего страшного. Ну и просто вот так вот вместе складываем. Я его положила, оно немножко полежало. Тесто мягкое стало. И скручиваем, ну, как круассаны. Сыр тоже так сильно не вытекает, ничего страшного. Вкусно получается, когда свежий прям этот сыр тянется. Вообще хорошо, когда вот так вот, да, все есть под рукой. Тесто такое. Разницы нет, там что, сыр наверх или колбаса наверх. Теперь с нутеллой. Ой, босик валяется, валяется. Вот и использовала сыр и колбасу. Колбаса еще закрытая была, правда, а сыр открытый. Вот так все равно не люблю, когда лежит долго что-то открытое. Раз не едят, значит, надо использовать. Так, теперь надо поровнее сделать, а то до этого что-то кривые получились. Так, так, так. Более-менее теперь. Так, она у меня закрыта еще нутелла. Это вчера Коля с работы заехал, купил. Сын иногда ест с молоком. Ну, тост, нутелла и молоко пьет. Я вообще не знаю, не могу вот это вот, вот так вот есть. Некоторые, у меня брат, кстати, младший, ложками может наворачивать. Я знаю, многие такие вот, ну, есть. Я не могу вообще. Я один раз попробовала. Ну, как это можно вообще есть? Вот в круассанах, да, пойдет еще. Вот так чуть-чуть ложечку. Чайную.
Она не вытекает, не переживайте, если будете делать. У меня духовка уже нагрелась. Пробовала тоже я уже как-то тоже на видео с этим, с арахисовой пастой. Ой, залезла. Невкусно, с арахисовой невкусно. Вот с нутеллой вкусно, как шоколадный круассан. Вон дома тепло, а наше это блестящее, жидкое. Но у нас еще нормально, а то на верхнем этаже, но у нас всего 2 этажа. По немецким меркам это 2 этажа считается, по русским 3. Там у них сверху, да. Мы вот израсходовали все. Вот это вот кто-нибудь бы облизал, но я не могу. Я вытру. Бадья какая большая. Есть вообще как-то, я помню, брату, по-моему, дарила. Давно. Есть такие маленькие, совсем мини-пусенькие такие. Есть прям большие, по-моему, килограммовые. Это сколько здесь? 500, наверное? Или? Где? Слепая? А, 750 здесь. Слепота куриная. Вот стоит. Теперь здесь не забудешь. Кто в лес, то по дрова, у меня круассаны получились. Ну ладно, я не на выставку готовлю. Уйдут сейчас как семечки. Раз и нету. Пацанам особенно. На один зуб. Ну, который с шоколадом, наверное, я не буду этим кунжутом посыпать. Только те, которые... Или посыпать. Я не помню, я посыпала тогда или нет. А, посыпаю. Какая разница. Я сюда немножко молока добавила в желток. Пародия на круассаны получились. Перемешку сделаю черный и белый. Оно так и липнет лучше, когда желтком. Еще на раз осталось совсем чуть-чуть. Вообще раньше я так любила эти казинаки, кто помнит. Здесь, не знаю, не такие, не нравятся они мне. Вот мама, помню, когда работала в торговле, у нас дома всегда были щербеты, казинаки и халва. Боже, какие казинаки были вкусные, такие вот мягкие, вот с этого именно кунжута. Ой, вкуснотень. А халва-то какая была, это же просто обалдеть. Прям семечки чувствовали. Здесь не то, не знаю, в русском граванне. Ну и все, в духовку на 200 градусов, ну минут 20-25. Я тут пока готовила, вот гляньте, лежит уже и так. Вообще-то надо было мне с келлера, да, но с подвала занести вентилятор. У меня их 2. На балконе сейчас попью, наверное, кофеек, мороженое, может быть, поесть. А Босик тут уже все поел и теперь моется. Да, Босик? Наслаждается ребенок. Любитель, когда здесь стул стоит. Все, он тут потом, его отсюда не вытащишь. Вечером мы его загоняем. Он тут находится постоянно. Ну, ему тут удобненько. Да? Наслаждайся, наслаждайся. Санчики готовы. Красота. Вот видите, которые с нутеллой. Они... Ай, не вытекли, горячие. Сейчас переложу. Ну, а сыром, да, которые немножко вытекли. Ну, они набухли и стали красивые. Сейчас в одну положу. С одной стороны с сыром, с другой с нутеллой.
горячая. Надо было подождать, но я же как всегда. Ай, как красотень. Вообще вот так вот дети такое любят, особенно и маленькие, и взрослые. А что, с собой такой тоже можно взять, если куда-то. В дорогу там или вообще. Прелесть. Смотрите, какие красивенькие, аппетитненькие. Так, ну и сейчас я вас немножко подвину с нутеллой. Вообще ничего не вытекло. Так, ну я возьму себе один круассанчик с колбасой и с сыром и пойду на балкон. Еще одну зефирку положу. Не, мармелад. Девочки, мне некоторые писали, что тоже смотрели в русском магазине этот мармелад. Что нету, да? Ну вот не знаю, в нашем есть он. Классный такой, вкусный. Вот это вот, считай, барбарис. Я один раз брала еще какой? С клюквой, по-моему. Тоже классный. Вообще, вот как наш советский. Кофеечком. Пойдем на балкон. Молоко надо еще налить. Вообще-то на улице тепло, жарко. Можно было и айран попить. У меня есть айран еще. Ну ладно. Пойдем. Босик, наверное, там уже лежит на другом. А нету. То на один стул, то на другой. Непонятно. Переваливается. Так что буду наслаждаться. Так что давайте, девочки, кто со мной? Хотела ответить еще на один вопрос. Меня подписчица просила показать вот эти шторы, которые на кухне, поближе. Я в том видео хотела, так и забыла. Так что показываю. Вообще, я как-то уже показывала их, и даже как-то была, когда в Икее показывала название этих штор, потому что, к сожалению, сейчас сказать не могу, так как этикетку я отрезала. Но показываю еще раз поближе. Вот такие вот они, такой скользящийся материал, классный. Вообще могу посоветовать. Вот с двух сторон, да, вот такие вот. Ну, классно. У меня здесь две полосы висят. Ну, и белые вот так вот выглядят. Тоже тонюсенькие такие, прозрачные как бы немного. Но это не как тюль считается, просто такая шторка. Вот эти белые шторы у меня уже, наверное, года 4, если не больше. А вот эти серые, ну, может быть, пару лет. Ну, могу посоветовать. Их, знаете, постирал и повесил. Я даже их не глажу. Не сравнить с теми, которые белые, да, у меня были. Такой первый опыт с белыми, конечно. То, что они сели, это, конечно, жалко. А так вот сколько у меня икейских штор было, никогда проблем никаких не было. Никогда не садились. Так что рекомендую. Где-то видео у меня есть, посмотри. Такие, там я именно показываю, как они называются. Так, классные. Ну и в спальне у меня такие же, в принципе, шторы, только чуть посветлее. Эти уже тоже сколько раз стирала, белые. Прелесть.